Яковлевича, конечно, больно смотреть, но на этих ребят смотреть приятно. Тем интереснее чемпионат в этом году. Ну и благодаря победе Витебск серьезно поднимается у нас в турнирной таблице. Становится у нас этих баллов 15, да? И уже мы 9-й. Ну, если учесть, что завтра у Белаза тоже непростой поединок и непростой соперник, то можно помечтать и о большем. Ну и до этого матча было, конечно, уникальное соотношение всего-всего в плане забитых голов. Да, вот смотрим мы, как витебские болельщики под набором. Что-то там случилось. Не выдержал, наверное, ограждение. Ну, главное, чтобы, я думаю, обошлось без травм. Это самое главное.